Ежедневно нас атакуют бактерии и вирусы, но он стоит на страже здоровья, не покидая пост ни на минуту. Меня зовут Алина Панфилова, и сегодня в программе «Ближе к телу. Иммунитет». Кто начнет с определения? Это щит нашего организма? Слово «иммунитет» переводится с латинского как «невосприимчивость». Местонахождение иммунитета не ограничивается одним органом. Центр управления затрагивает красный костный мозг, селезенку и тимус. Также работа идет в лимфоидной ткани других органов, например, миндалинах и аппендиксе. Но самую большую работу, примерно 80%, выполняет кишечник. Итак, мы выяснили, что иммунитет – это целая система, которая защищает наш организм от чужаков. Вирусов, бактерий, грибов и прочих. Но каков механизм его работы? Иммунитетом контролируется способность организма противостоять определенной инфекции за счет действия антител и лейкоцитов. Также в функции иммунной системы входит защита от собственного брака, неполноценных белков и клеток, например, раковых. Ежедневно, даже без контактов с очевидно больными людьми, нас окружают миллионы разных видов, прямо разных видов, отличающихся друг от друга буквально целыми группами бактерий и вирусов. И наш иммунитет регулярно взаимодействует с ними. На какие-то он отвечает, то есть создавая антитела, вырабатывая клеточную память и уча организм защищаться от него. С какими-то он контактирует и вступает в симбиоз, то есть некоторые бактерии остаются с нами навсегда и живут на коже, в кишечнике, на слизистой. С какими-то возбудителями мы просто контактируем, они покидают наш организм, не оставляя, так сказать, следа. Иммунитету порой очень сложно вести войну, особенно с вирусом, который внедряется в клетку и в прямом смысле заставляет эту клетку работать на себя. Пораженная клетка начинает штамповать новые вирусы. Чтобы с ними справиться, зачастую иммунной системе приходится уничтожать и здоровые клетки. И вот тут на помощь должны прийти медикаменты, иначе атаке подвергнутся здоровые органы и суставы. Когда же начинает формироваться иммунитет? Во внутриутробном периоде ребенок стерилен, если беременность протекает нормально. В течение 9 месяцев малыш получает кислород и питательные вещества через кровоток, в котором нет ни единой бактерии, так как материнские легкие и кишечник фильтруют все, что потом будет доставлено в организм малыша. Этот период – максимальная защита ребенка, которая только возможна. Сам по себе процесс кесарево сечения отличается от рождения естественным путем, по большому счету, только прохождением родовых путей или не прохождением таковым и контактом или не контактом с микрофлорой мамы. В данном случае при рождении естественным путем контакт начинается буквально с первых секунд рождения, потому что ребенок проходит родовые пути от матки и до выхода из влагалища и, соответственно, получает возможность ознакомиться с большим количеством различных бактерий, грибков, флоры, которая обитает там. При кесарево сечении такого контакта не происходит, соответственно, иммунный ответ формируется чуть позже, и нет такого богатого опыта, который позволит иммунным клеткам наработать некоторые антитела, наработать клеточную память, которая позволит в дальнейшем при контакте с данными возбудителями быть более защищенным и подготовленным к ним. Согласно статистике, 3/4 новорожденных с внутрибольничными инфекциями – это дети, появившиеся на свет в результате кесарево сечения. У них повышен риск развития астмы или аллергии. Но что делать, если естественные роды противопоказаны? Надо понимать, что помимо контакта с микрофлорой мамы, ребенок сразу после рождения в любом случае начнет контактировать с сотнями тысяч различных бактерий, вирусов и прочих агентов, которые окружают нас, и со временем он все же наработает иммунитет. И опять-таки вопрос только в диапазоне. То есть дети, рожденные естественным путем, нарабатывают иммунитет чуть-чуть быстрее, в силу того, что они начинают контактировать чуть более раньше с возбудителями. Дети, рожденные кесаревым сечением, сделают то же самое, но сделают чуть позже. И, как правило, при современных способностях медицины, вот то, что есть на данном этапе, на состояние ребенка это никак не скажется. То есть актуальная медицина, она позволит и защитить ребенка, и сформировать иммунитет ему не хуже, чем у ребенка, рожденного естественным путем. Помогать иммунитету в развитии необходимо с первых дней жизни ребенка. Малыш знакомится не только с окружающим его миром, но и бактериями и микробами. Но ведь игрушки должны быть стерильными, правильно? И домашних животных не должно быть рядом. Все с точностью да наоборот. Все, что попадает в наш рот, в дальнейшем становится составляющим элементом нашего кишечного мира. Некоторые бактерии остаются с нами на всю жизнь.
Гигиена, бесспорно, очень важна, но также важен и контакт с внешним миром, так как на этой стадии иммунитет тренируется на бактериях, чтобы стать сильнее. А лучшее топливо для иммунитета малыша – это материнское молоко. Именно оно является самым сбалансированным продуктом, который позволяет сформировать нормальную микрофлору кишечника ребенка с первых дней его жизни. В материнском молоке содержатся антитела, которые нейтрализуют опасные бактерии, но только первое время. Однако не только кесарево сечение влияет на формирование кишечной микрофлоры. Стресс и малоподвижный образ жизни могут негативно сказаться на организме. Применение антисептиков, неоправданное применение антисептиков, приводит к тому, что у нас формируются не те микробы в кишечнике, не те пищевые продукты, которые мы употребляем, будет способствовать, опять же, приживанию не тех микробов. И это будет способствовать тому, что у нас формируется либо аллергическая реакция, либо неправильно работает иммунитет. Спортивный режим, сбалансированное питание и полный дзен в голове. Хватит ли времени и терпения у современного горожанина следовать регламенту ЗОЖ? Да и зачем, если можно прийти в аптеку и купить иммуностимулирующий препарат? Фармакологический рынок выпускает их сотнями, каждый сезон представляя новинки. Может, и не нужны все эти сложности? Вообще у людей есть такое понятие волшебной таблетки на все. Одна таблетка для снижения веса, одна таблетка там для улучшения настроения, одна таблетка для здоровья и защиты от микроорганизмов. Такого не бывает. Мы с вами очень сложный макроорганизм. Мы как компьютер, понимаете, мы все в различных микросхемах. И поэтому нам нужно, чтобы все работало слаженно. Мы можем улучшить иммунитет не только, предположим, какими-то там веществами, но и самое главное, нужно, чтобы человек занимался физической активностью, у него лучше циркулировала кровь, да, то есть другие системы работали более активно. Тогда иммунитет формируется более слаженный и более активный у этого человека. Но во что верить, если почти на каждой пачке йогурта гордо красуется надпись «повышает иммунитет» или «содержит пробиотик»? Тоже обманка? Не совсем. Бактерии составляют более 90% всей микрофлоры кишечника, главного иммунного органа. Чтобы поддерживать его здоровье изнутри, нам нужны пребиотики, пробиотики, а в некоторых случаях и антибиотики. Пробиотики – это живые бактерии, употребляя которые мы укрепляем свой иммунитет и добавляем новых жильцов в свой кишечник. Пробиос в переводе означает «для жизни». Их мы можем найти в йогуртах, которые не подвергались пастеризации, квашеной капусте, соленьях, сырах и кефире. Пребиотики же – это питательные компоненты, которые, достигая полости толстого кишечника, формируют питательную среду для полезных бактерий. Пребиос означает «до жизни». Они содержатся в луке, чесноке, цикории, яблоках и бананах. Антибиотики, антибактериальные лекарственные препараты, работают иначе. Уничтожают не только опасные микроорганизмы, но и бактерии, приносящие пользу человеку. Часто врачи назначают эти препараты при малейшем недомогании, когда как к антибиотикам следует обращаться лишь в крайних случаях. Иногда антибиотики вообще бесполезны, например, при вирусе. Последствия такого лечения могут быть вполне ощутимыми, ведь бактерии становятся более устойчивыми к заболеванию, а значит и лечение протекает с трудом. Антибиотики на самом деле это одно из самых крупных достижений медицины. Однозначно это одни из самых эффективных препаратов, которые есть для лечения инфекционных болезней. Но действительно частота их назначений она несколько избыточна. И эта проблема существует многие годы. Она регулярно обсуждается, ищутся пути предотвращения избыточного назначения антибиотиков. И, пожалуй, они страшны только в той ситуации, когда действительно назначено неоправданно. При направленном действии, когда у нас есть конкретная болезнь, против которой есть конкретное лечение, использование антибиотиков не страшно. Опять-таки вопрос именно в рациональности. Адекватность доз, кратность приема, частота курсов антибактериальной терапии и сопутствующая поддержка организма во время их приема. Чтобы не прибегать к тяжелым препаратам, иммунитет стоит стимулировать и внешне. Подвижный образ жизни и регулярные нагрузки в прямом смысле разгоняют иммунитет. Кровь циркулирует лучше, а значит питательные вещества попадают в кровь быстрее.
Один из вариантов – закаливание. Александр Зеленецкий – подполковник в отставке. Местные жители дали ему второе имя – Морж. За свою жизнь он даже отметился в книге рекордов Гиннесса как самый возрастной участник международного заплыва на озере Байкал. Он погрузился в воду температурой 4,7 градуса, когда ему было 64 года. За свое богатырское здоровье Александр благодарит Мороз. Понятно, что любая закаливающая процедура повышает иммунитет от всех заболеваний. Я думаю, что здесь уже далеко ходить не надо. Во всех городах России, за рубежом эта практика используется. Люди занимаются с малого возраста до пожилого. И говорят, мы без врачей справляемся с болезнями. Сейчас Александру 68, и вот уже 28 лет он возглавляет Федерацию закаливания и зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи». Ее члены погружаются в ледяную воду, занимаются зарядкой прямо в снегу и регулярно участвуют в спортивных мероприятиях. А чтобы было веселее, делают из процесса настоящее шоу с музыкой, костюмом и реквизитами. Но почему кто-то заболевает из-за приоткрытой форточки, а некоторые безнаказанно проводят на морозе целый день и не жалуются даже на насморк? Разный иммунитет? Да. Так как это система, проверять ее нужно комплексно. В любой лаборатории вам предоставят список показателей, которые стоит проверить. Но очевидный сбой в иммунной системе можно увидеть и невооруженным глазом. Эти люди часто переносят сезонные инфекции либо обострение хронических заболеваний. Гайморит несколько раз в год, воспаление легких, герпес, фурункулы и гнойники. Это значит, что иммунная система имеет брешь. Алла знает это не понаслышке. Еще в детстве, в возрасте 5 лет, она тяжело заболела. Врачи назначили курс антибиотиков, девочка поправилась, но заработала себе хроническое заболевание. Я получила огромное количество проблем со здоровьем, и в том числе у меня хроническая бронхиальная астма, которая обостряется каждый сезон. Девушка признается, что прием витаминов стал для нее неотъемлемой частью жизни. Они позволяют ей значительно облегчить течение болезни. Я на постоянной основе принимаю 4 баночки. Это витамин С, витамин D3, цинк. И это у меня комплекс витаминов, который обязательно каждое утро с завтраком во время приема пищи я кушаю. Но Алла убеждена, что хорошее настроение и любовь к жизни и людям лечат не хуже препаратов. С определением иммунитета разобрались. А теперь давайте резюмируем. Что мы можем сделать уже сейчас, чтобы укрепить наш иммунитет? Не нужно есть пищу фастфуд, не нужно есть пищу, которая рафинирована, которая избавлена от балластных веществ. Балластные вещества тоже нужны в нашем организме. Не нужно есть пищу, которая долго хранится. Не нужно есть пищу, которая содержит красители и консерванты. Нужно есть максимально натуральную пищу. Нужно есть пищу, которая свежеприготовлена. Нужно есть пищу, которая разнообразна по своему составу. И нужно есть достаточно широкий набор продуктов. Может показаться, что сбалансированное питание – это очень сложно и затратно, особенно для нас, сибиряков. Но специалисты так не считают. Молочные продукты можно покупать? Можно. Мясную пищу можно покупать? Можно. Замороженную рыбу можно покупать? Можно. Свежие овощи, свежие фрукты можно покупать? Можно. Квашеную капусту можно покупать? Не забываем и про полноценный сон и физическую активность, желательно на свежем воздухе. Закаливание, зарядка, плавание, бег – об их воздействии на иммунитет мы уже знаем. А теперь пришло время развенчать и расхожие мифы. Чем чаще моешь руки и обрабатываешь поверхности, тем меньше шансов заболеть. Если делать это слишком часто, да еще и с антибактериальным мылом или антисептиком, можно убить все полезные микроорганизмы. Лучше пользоваться обычным мылом и не усердствовать с гигиеническими процедурами. Однако есть исключения. Взаимодействие с монетами, банкнотами и больными людьми могут быть действительно опасны. Также следует каждый день протирать экран телефона и компьютера. Чем дольше кормишь ребенка грудью, тем более сильный иммунитет у него будет по жизни. Материнское молоко действительно очень полезно для малыша на раннем этапе развития, но после 2 лет ребенок формирует иммунитет из обычной пищи. От большого количества витаминов хуже не будет. Это миф.
Все добавки должны быть назначены врачом после исследований. Синтетический витамин С, всем знакомые шипучки, вообще не доказал клинически свою пользу, а вот образованию камням в почках он может поспособствовать. Итак, наша лекция окончена. Теперь мы знаем об иммунитете достаточно, чтобы уже сейчас провести операцию по спасению организма. Меня зовут Алина Панфилова, и сегодня ближе к телу был иммунитет. Будьте здоровы!